Домой хочу. А когда нам Юра паспорта отдаст? Ваган слил сегодня. Ура! Я уже не знаю, что с этой головой делать. Я понимаю, что это можно делать бесконечно. К идеалу никогда не прийти, но мы постараемся сделать круто. А вот кто не справится, мы поставим двойки. Мы заберем у вас существующие баллы. Пора идти на обед. Отделяем эту пряночку опять. Раз. Хотя она ее опять сюда. Равняйсь. Смирно. Равнение нали. Во. Шестой день. У нас сейчас мега крутое домашнее задание будет, прям вот вообще, прям оно их прям вот труханет, прям сейчас хорошо так. У нас есть отличники, есть немножечко отстающие, не будем называть их двоечниками. Так вот, у нас кто-то получал десятки сейчас, девятки, восьмерки, а кто-то ничего не получал. Сейчас есть реальный шанс тому, кто ничего не получал, вырвать не только десятку и первое место, но еще и дополнительные баллы мы вычтем у ребят, кто не справится вообще с домашним заданием. Чтобы вы понимали, они сейчас делают базу, первую работу с первого степа. Они ее полностью должны знать, они ее полностью должны были понять и изучить. Волосы расчесаны строго назад, смочены. И совет старейшин проверяет условия выполнения конкурса. Заливаем. Жулик! Заметьте, он сейчас всем так не будет заливать. Чтобы было честно, я тоже заливаю свой. Да. Итак, ребята, всем время ровно 60 минут на выполнение базы. 60? Да, 60 минут, это час на выполнение базы. Конечно, вы ее доделаете, если кто-то не успел, но вы должны понимать. 10 минут мы уже хотели. А вы успеете? Да, давайте. Я не успею. Нет, давайте, окей, 30 минут, ни вашим, ни нашим. 30 минут. 30 минут. Те, кто успевает, мы даем десятки. Если они правильно еще успевают, вопрос, я всех проверю. Мы даем десятки всем, кто успевает. А те, кто не успевает или делают неправильно, мы у них из предыдущих работ заберем по 2 балла. На старт, внимание, марш. Время пошло. До окончания работы осталось 10 минут. Кирилл у нас уже закончил на 19-й минуте первой. Но посмотрим, насколько будет результат хороший. Ich träume, und die Welt erzittert. Вода для нас главное качество. До окончания 4 минуты.
окончания 2 минуты. Страсть накаляется. Окончание работы 1 минута. Окончание работы 3, 2, 1, стоп! Да? Пора идти на обед. Радует, что? Радует то, что все успели, и мы вычитать не будем баллы. Но расстраивает то, что очень много ошибок. Эдуард, начал с того, что ни хрена не сделал разделение, короче, попер сразу вот это вот стричь, но потом, короче, видимо, сориентировался, что все разделяют, надо разделять, и начал тоже разделять. Опять Эдуард, у окантовки нет соединения между височным и затылочным зонами. Ваган, перепутал первую работу со второй, начал градуировку с височного блока, а пока темная зона была отколота. Кирилл, это постановка руки. Анисат. Соединение. Присоединение, да, то есть ушла с плоскости, то есть застригла туда, куда мы не должны стричь. Все у нас успели, все у нас молодцы. Давайте по-быстренькому попробуем определить, кто у нас первый. Первый у нас успел Кирилл. Давайте смотреть Кирилл. Окантовка. Стороны одинаковые по удлинению, поэтому плюс. Градуировка. Окей. Десятка! Сделаем ему десяточку здесь и десяточку сделаем вот здесь. Вот так вот. Потому что мы зачли, скажем, эту работу. Это будет у всех сейчас. Да, Катя. 45. Окей. Еще одна десятка. Ура! Десять. Так, Анисат, где ты? Девятка. Вот тебе. Градуировка сама по себе внутри правильная, но вот это, конечно, это не должно быть. Ты ее не закончил работу. Эдуард. 9 минус 2, 7. Следующий у нас закончил Ваган. Это что? Оно и вылезло. Скорость понимаю, да. Так, в общем, очень хорошо. Угу. Ну, девятка тоже. Сюда у нас плюс 9. И здесь у нас 9. Так, все, десятка тоже. Молодец. Большая погрешность чуть-чуть. А здесь очень много. Так. 8. Не все так плохо. Те, кто сильно накосячил, результат здесь увидели. Те, кто сильно-сильно накосячил, то есть мы тоже здесь это увидели. Вот. В общем, я не сильно расстроен. Относительно Эдуарда расстроен. Относительно всех остальных, в принципе, молодцы. Прямо в тени зажды со словом. Поэтому мы здесь просто берем вот это все, нашу тетечку отчесали вперед, здесь проборчик раз, проборчик два, проборчик три, выбрали наши прядочки, и вот это вот взяли милированность, и так хачаранное вот сюда, вот и все, потом следующее вот сюда ее отделили вот так вот, убрали следующее, вычесали точно так же берем дальше, отделяем эту прядочку опять же, раз, и хачаранное опять сюда, вот это вот, да. И так дальше. Дальше все. Приехали.
Короче, берем все и режем. Это ты виноват. Не начал, кровь пролил, короче. Братья по кровь. Все, опять тебе виноват. Ой, какая клизмочка есть прикольная. Ничего. Ну, нам прикольно на тальке, если распылять. Чего набежали? Средний день все набежали. И такие. Посмотрели? Да, форма. Это завалено. Форма. Первое место это вот эта работа. Да ты чё? Твоя? Да. Подожди, не дай. Так она подписана. А я предлагаю. Так. Кирилл где-то. Вот Кирилл. Так, сегодня у нас первая работа. Ах ты, тут еще 10. 20. Ну вот у тебя сейчас получается, вот здесь, если конкретно твою сказать, надо просто такая брум, все. Надо было плохо. Тут даже есть, абсолютно верно. Я почему говорю, что форма, форма. Вот смотри, вот, уже все, уже другая форма, понимаешь? Я же просто так говорю. Второе место все-таки, наверное, блин, вот сложно, честно говоря. Наверное, вот это вот второе место. А вот это третье. Вот это чья? Моя. Второе, а вот это? Ваган. 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 Да. Оксана 9, Ваган 8. А, так, Оксана 9. Ваган. Ваган 8. Время часов вечера. 9 часов вечера. Мы бодры, веселы. Мы бодры, веселы. Бодры нужно говорить как? Бодрее. А веселы? Веселее. Мы нагоняем программку. Сейчас выровняемся, и завтра у нас все уже вровень, и мы в графике. Все так классно. Нет, как вам семинар, ребятки? Охеренно. Кстати, я знаю, теперь у меня есть фишка одна, этот, когда вдруг станет грустно, и вдруг никому не будет смешно, нужно сказать: Анисат! Анисат! И все ништяк! Как бы мы можем поржать над этим, можем там еще что-то, но это очень серьезная тема, как ни крути, мы все равно обслуживающий персонал. То есть мы должны людей делать такими, какими они хотят себя видеть. И максимум применять, скажем, навыки, которыми мы обучаемся. Я хочу посередине. Правильно, а то... Правильно, что-то это... Подожди, надо не так сделать. Сейчас, подожди. Я тебе выделю вообще. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас, поехали. Три работы. Явно видно их. Ваган слил сегодня. Уважаемые подписчики, вы голосовали сегодня, я видел в комментариях, там много десяток за Вагана приходило. Это мы завтра этот момент отметим, домашнюю работу их, кто за кого проголосовал. Вот, но сегодня так случилось, что Ваган немножечко не угадал с длиной. Вот, и только поэтому пролетел укладка, фен, щетка. Увы. Перестарал.
Так, берите, кто у нас получается, пойдемте со мной. Первое место Аниса, второе место Екатерина. Так, Аниса, вторая работа, 10 баллов. Екатерина, вторая работа, 9 баллов. И Оксана, 8 баллов. Бесконечно. Молодцы. Молодцы, девчонки. Время 22:00. Мы заканчиваем. До завтра, друзья. Налево!